И снова здравствуйте, дамы и господа. Продолжаем наши веселые техники. Хруста, траста, щелк-щелк и готово. Такой у нас принцип. Изучаем мануальную терапию. Так, мы сейчас разобрали и поясницу, и скручивание. Теперь обратим внимание на ноги, что же можно с ними сделать. Ну, во-первых, если вот без массажа быстро подготовить ногу к некоторым манипуляциям, да? Ну, во-первых, встряхнуть. Там простучать, потянуть, чтобы потянуть, кстати, со скручиванием. Уже в этот момент могут быть щелчки всякие. Растрясли. И теперь смотрите, если зажаты мышцы сильно вот здесь, да, спазмированы вот эти вот ахилловые сухожилия, да, как их быстро можно встряхнуть? Поворачиваем ногу вертикально вверх, нажимаем на середину между двумя икроножными мышцами. Тут бывает их сразу видно, разница между ними. Вот, не больно? Больно. Вот, это немножко болевой прием, да, но придется потерпеть. Вот. А когда я буду нажимать, ты сам работай стопой вниз-вверх, вниз-вверх. Давай, работай. Вот, да, помогает. Так, стоп, расслабься. Вот, нажимаю. И теперь начинаю работать. Через боль, давай. Вниз, вверх. А я потихонечку сдвигаюсь. Оп, все. Вот мы прокачали кровь. Теперь то же самое будем делать. Я нажму вот на эту точку. А ты будешь ногу поднимать вот так, вниз, вверх. А я между бицепсом бедра... Буду вот прожимать эти точки. Давай, поднимай. Опускай. Поднимай. Опускай. Поднимай, опускай. О, быстро прокачали. Вот, теперь что касается... Ну, это такие секретные приемы были. Они даже не совсем к массажу относятся. Вот, а теперь будем вставлять колено. Для этого мы формируем стрелу плотную из ладони и предплечья, без всяких загибов там разных, кто-то там как-то еще перекручивать любит. Нет, ровно, вот. В подколенную вот эту вот тыльную сторону колена упираемся перепонкой между большим и указательным пальцем. И будем давить по целых 5 градусов вот туда. Для этого все наши приемы, помните, сначала мы расшатываем, вот, неоднократно писал на доске, то есть вот вибрация, растрясание, да? Тракции здесь практически не получится никакой сделать. Ну, мы уже вытягивали, в принципе, вот эту тракцию. И потом идет хруст, вправление. Вот для этого, смотрите, несколько раз качания. Я пока только обозначил, еще не давлю. И потом одновременно буду сюда давить и ногу на него. Вот. Был хруст, да? Да. Колено встало. Чуть-чуть меняем положение руки вот сюда. Опускаем ногу поглубже и захватываем, ну, придерживаем пятку, чтобы нога не ускользнула сюда, либо сюда, да, вот мы придерживаем. Эта рука с голени сползает выше, на экватор стопы, где вот косточка, да, и мы будем давить на нее по диагонали и вот туда вперед вытягиваем. Вот смотрите, сначала вот так руки стояли, да, переносим вот сюда, вот. Раз, блокировали, мобилизировали вот эти вот, лодочную зону, где все вот эти кости сюда соприкасаются. Далее можно вот опять эту зону, где соприкасаются кости, да, с лодыжкой, отдельно их хватаем, да, потрясли, встряхнули, расшатали, разболтали. Встряхнули их вот так вот. Держим только, видите, я держу только за стопу. За саму кость не держу. И с натяжением растрясли вот так вот. Вот, может быть тоже хруст, но уже, видимо, до этого все прохрустили, когда...